меня микрофон разбит. Значит, смотрите, здесь довольно много говорилось о технологиях. Технология – вещь хорошая. Возникает вопрос, для чего их используют. То есть, как там Греф говорил, банкинг остается, банки уходят. Там, как бы, возможно. То есть, так или иначе, меняются инструменты, но остается суть. И вот эта суть, которая остается, это, грубо говоря, потребности людей. Интересно получается, что когда меняются технологии, то и потребности людей меняются. Вы свою жизнь без гаджетов представляете, какая бы она была. А мне больше всего понравился последний про, в общем, людей, как, ну, философский вопрос, да, когда будут распределены люди. То есть, если у вас несколько тел, то в этом случае какие у вас потребности? Поесть, деньги кому-то перевести? Здесь возникает другой вопрос, это индустрия смыслов, то есть вообще для чего жить. Значит, инструменты, которые на ближайшие там 3-5 лет, они понятны. И блокчейн, там, на ближайшие 10 лет понятно. То, что будет дальше, там не очень понятно. Значит, есть такой Foresight Flood в агентстве стратегических инициатив, программа НТИ. Там рассматриваются образы будущего до 2035 года и далее. Значит, когда мы рассматривали, в частности, Финнет, там, финансы будущего, то оказалось, что государство уходит, государственные функции остаются, да. Банки уходят, банковские функции остаются, да. Собственность уходит, но отношения между людьми остаются. Значит, если мы говорим на ближайший год, два, три, да, все нормально. Если мы говорим начинать сейчас для того, чтобы там через 5-10 лет остаться еще живым, ну, как бизнес, это однозначно DAO, однозначно изменение смыслов. Эти вопросы мало кто поднимает, но вот в частности здесь философы, да, рассматривают. Мне кажется, что имеет смысл на несколько этапов, как бы, распределять ближнее, среднее и дальнее, и в этом русле вести дело. Спасибо.